Терпеть устали люди, кто же правит миром с холодными и жадными глазами? Они без стука взламывают двери наших земель, природы, мирозданий. Они ввели свои зверозаконы, царева превратили просто в свалку. Разрытые ужасные карьеры в сеть полигонов ТБО вновь превращают. Очнитесь, люди, кто же правит миром в голодной злобе, ненасытно скались? Они не слышат стон, не надо свалок, они нас убивают, улыбаясь. Очнитесь, вы ведь тоже люди. Уважаемые друзья, я прошу все-таки, давайте мы эту тему сейчас остановим. Павел Саныч, я правильно сказал, давайте в конце следующей недели или в начале через неделю, потому что трудно сейчас собираться, мы подготовимся, пригласим, представителя подрядчика, и день в эту тему поговорим. Хорошо? Пусть он работы пока не производит, Михаил Федорович, я вас прошу. Да. Значит, если там работы какие-то производятся, они будут приостановлены, да, вот выйдем отсюда. Даже подготовительные. Даже подготовительные, потому что в настоящее время снимается плодородный слой почвы. Это административное правонарушение. Сейчас. За это должностные лица несут. Плодородный слой почвы. Я это все зафиксировала, фото, съемка. Я видела, я вызывала даже милицию туда. Поэтому СНИП, между прочим, тоже сказал, засадить. Вы куда в лес лезете? 20 марта 2020 года глава Пушкинского городского округа на встрече с инициативной группой жителей и представителями компании, которая подключилась к рекультивации вот этого карьера, а также в присутствии многочисленной прессы, пообещал, что работы здесь вестись никакие не будут. Будет создана рабочая группа до выяснения всех обстоятельств, изучения, рассмотрения документов, которыми мотивируют работы вот эта компания. До настоящего времени, сегодня 1 мая 2020 года, вот что появилось после слов главы. Забор, строительная техника в количестве 3 единиц. Осуществляются какие-то работы с песком. То ли он вывозится, то ли он завозится. В общем-то, вот так. Вот так глава держит свое слово. Нам не нужна свалка, мы здесь живем. Миром с холодными и жадными глазами. Они без стука взламывают двери наших земель, природы, мирозданий. Они ввели свои зверозаконы, царева превратили просто в свалку. Разрытые ужасные карьеры в сеть полигонов ТБО вновь превращают. Очнитесь, люди, кто же правит миром в голодной злобе, ненасытно скались? Они не слышат стон, не надо свалок, они нас убивают, улыбаясь. Очнитесь, вы ведь тоже люди.